«Выбери меня» специалисты Центра занятости населения провели профориентационный квест. Планировали свое будущее дети оздоровительного лагеря «Бригантина». Кем ты будешь, когда вырастешь? Этот вопрос нам начинают задавать с самого детства. Кто-то хочет стать балериной, ветеринаром, космонавтом. А кто-то даже не представляет, в каком направлении будет работать. Помочь с выбором могут в Центре занятости населения. Специалисты подготовили профориентационный квест. Первыми участниками стали отдыхающие детского лагеря «Бригантина». Наша задача, да, побудить вас к правильному осознанному выбору профессии. Не ошибиться, не разочароваться в зрелом возрасте. Более 4000 несовершеннолетних ежегодно обращаются в центр занятости, чтобы найти себе подработку. Основная часть желающих приходится на лето. Так ребята могут попробовать себя в той или иной профессии, выбрать то, что им подходит, или наоборот, понять, чем заниматься не хочется. Востребованность идет, конечно, у ребят все-таки на работы, связанные где-то, может быть, с компьютером. Основной акцент, конечно, работ – низкоквалифицированный рабочий труд. Это на природе, на свежем воздухе. Это что касается временной работы. Главное же направление квеста – выбор будущей профессии. Вы застрахованы от безработицы, если выбрали профессию, ту, которую нельзя сменить роботом. В скором будущем, к 30-му году, приблизительно исчезнут все виды труда, где робот может заменить человека. Соня Архипкина точно не останется без работы. С профессией она уже определилась, а благодаря квесту поняла – выбор правильный. Я узнала, какие профессии сейчас востребованы, какие будут востребованы. И это на самом деле очень важно, потому что если выбрать невостребованную профессию, потом может быть сложно. Я хочу пойти в направление медицины, а именно хирургии. Сколько всего в мире профессий и как выбрать подходящую именно тебе? Для начала нужно узнать как можно больше специальностей. В игровой форме сделать это интереснее всего. Формат квеста очень интересный, занимательный. Гораздо лучше, чем сидеть в компьютере и смотреть, читать все это. Во время квеста я узнал о таких профессиях, как копирайтер, визажист. Я еще не определился со своей будущей профессией. И этот квест предложил много новых профессий. И я подумаю над этим выбором. Центр занятости знакомит желающих с миром профессий в течение всего года. Такой же формат попробовали впервые. Ответная реакция не заставила себя ждать. Одна часть ребят убедилась в правильном выборе профессии. Другая стала задумываться о будущем. А значит, задача квеста выполнена.